Здравствуйте, здравствуйте. Я Дмитрий Федоров. КХЛ ТВ предлагает вам посмотреть культовое противостояние рубежа веков. Металлург Динамо. Сейчас, конечно, битва между этими командами уже не двух поражений от лидеров. Наверняка объяснил, что не нужно сейчас воспринимать эти поражения как нечто фатальное, и нужно настроиться на бой против Магнитки, которая стремительно открывает счет в матче. Похоже, не вполне готов был Бочаров к тому, что бросок получится столь неожиданным, быстрым, стремительным. Самсонову стараются активно работать перед голкипером, закрывая ему видимость. Денисов швырнул шайбу направо. И вторая шайба оказывается в воротах Бочарова. Бочаров, конечно, очень расстроен и вправе винить себя в этих пропущенных шайбах. Нельзя сказать, что броски были неберущимися. Старается через низ, выражаясь букмекерским языком, побеждать. И еще шансы у хозяев льда. В каком-то отсворости. Могу попробовать что-то другое. Потерял шайбу Денис Казионов. И динамовцы проводят контратаку. Добивание. Вот реальный шанс. Многие вратари не хотели использовать клюш. Казалось, что это неудобно. Прижали магнитогорцы своих оппонентов к воротам Бочарова. Пицакин в натяг. Была передача. Дотянулся. Вытащил. Обострил. И 3-0. 3-0. Большинство реализовано, большинство у Магнитки хорошее. Терещенко принимает поздравления выпустившему шайбу партнера. Волске. Хороший перепас получается у хозяев. Бросок. И четвертая шайба залетает в ворота. Мэтт Эллисон. Хет-трик. Такое ощущение, что Иван Бочаров сейчас заплачет. Он уже в ветеранском возрасте. В «Магнитке» в последние годы именно ветераны являются основополагающими игроками. Спасение на Колетника, но тот выбросил шайбу. Правда, недалеко. Передача и гол! Маркови под караулю шайбу на дальней штанге. 4-1. Ну вот и гол динамовцев, который заставляет. Долго возился шайбу. Игнатушкин потерял ее и привез момент на ворота Ерема. Извиняйтесь перед партнерами, 84 номер, напортачил, бывает. Если ошибся, нужно уйти. Происходит перестановка в составе у бело-голубых, и сейчас невероятный момент, и динамовцам не повезло. Сот передачи на Казионова, тот с неудобной бросок. И 5-1. Чибисов застал Еременко врасплох. Как часто его делают. Эллисон. Мазякин, вездесущий. Где его только не было в этом большинстве. Не получился бросок. В полном составе играет Динамо. Силы, эмоции для того, чтобы активно идти вперед и улучшать разницу. Вот, конечно, ничего. Не получилось забить у Бойда, а момент-то был идеальный. Вот,
моментом боя. Просто невероятно и красиво. Если не произойдет чудо, то динамовская серия будет составлять 3 матча. Невероятно. И вот те самые эмоции, которые должны сопутствовать матчам между Магнитой и Динамо. Что Динамо в Магнитогорске очень давно побеждало. В последний раз это было в октябре 2011 года. И в рамках ККЛ теперь уже у Магнитки преимущество в 2 победы, 11-9. Ну что, это намек на то, что в следующей встрече Эльсон сделает? Нет, это просто констатация факта. Впервые Магнитка при Викторе Козлове забрасывает 5 шайб. Эллисон впервые за Магнитку забрасывает 3 шайбы.